Зайка летит рядом со мной. Что ж вы, друзья, приуны? Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Анабиоз. В последней серии мы выбрались из какого-то страшного изолятора. Мы выходили в монстры чуть ли не из Silent Hill. И теперь опять вышли на палубу. На палубе дубак, там закрыто. И тут закрыто. Зато есть вот такой ход. Ладно. Это что за херня еще? Так, блин. А, я сейчас замерзну. Давай, 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 давай. Так, ладно, давайте быстро отогреемся. Что-то мне это все не нравится. Это что за херня там прилетела? Что тут еще есть? Больше тут, собственно, ничего и нет, похоже. Так, погодите-ка. Да-да-да. Все понятно, хорошо. Теперь я там наверняка пройду. Давайте возьмем СВТ. Я думаю, она мне тут пригодится. Пока что мне из оружия больше всего СВТ нравится. Она мало того, что скорострельная, она еще и точная. Ух! Так, еще дверь. А там у нас тупик, похоже. Ладно, ладно. Хрен бы с вами. Еще понять, что это за хрень была такая страшная. Лучше я, пожалуй, с ней буду воевать вот этим. Или может это попробую все-таки? Ну-ка, как она стреляет? Че, и этим можно кого-то убить? Хорошо, давайте попробуем. В принципе, я сколько раз пробовал ей стрелять, она какой-то тоненькой струйкой била. Смысла в этом я не видел, но сейчас она бьет прям тугим напором. Может, сейчас что у нас получится? Давайте запишемся. Так, хорошо. Идем дальше. У нас отогрев. Ой, блять, ну. А смотри-ка. Хм. Неплохой агрегат, в принципе. Учитывая, что к нему дохрена патронов. Так, что там такое было? Учитывая, что к нему дохрена патронов, это просто, по-моему, прелесть какая-то. Давай, грейся. Берешь любую сосульку, вот тебе и патроны. А сосулек тут, надо сказать, дохренище. Так, ладно. Давайте еще возьмем. У меня такое ощущение, что это кокон, из которого выбралась эта... Как назвать это? Муха. Возможно, я прав. Так, что-то я нажал. И что-то у нас... Что такое? Что тут руку вытягиваешь? А, еще сосульки. Сосульку у меня уже, надо сказать, полным-полно. Так, ладно. Опять дубак. Запишемся. Надо почаще записываться. И побежали вперед. Я надеюсь, сейчас никто опять не выбежит. О, холодно. Потому что... Так, о, костер. Потому что, честно говоря, уже экшен мне тут начал поднадоедать. Жесть какая-то творится. Ну, стрелять в игре неинтересно. Че мне сюда? Давайте пойдем. Что-то мне ощущение, что мне не сюда. Или сюда все-таки. Так, мы на верхней палубе, тут у нас вертолет. Ладно. Я вижу дверь, пока не околели. Заходим вовнутрь. Опять лопата. Опять сосульки.
Что-то совсем непонятно уже, что на корабле творилось. Какие-то изоляторы, какие-то монстры странные пошли. У одного, блин, шляпки гвоздей из глаз торчат. У второго камера вместо лица, третий как муха. Что-то мешает. Ну ладно, будем разбираться. Давайте посмотрим. А, вот какая-то есть дверка. Да, и вот воспоминания. Давайте посмотрим, что с тобой стало, вертолетчик. Все, взлетаем. Взлетаем. А там кто у нас? Не подходить к краям платформы, не трогать тросы. Прыгай, прыгай, не подпускай их. Прыгать? Как? А, во, вот так. Не подпускать. Подпустил. Блин, туда идет. Давай, давай. Пошел вон. Хорошо, пока что, видимо, я все правильно делаю. И еще один идет. Так, кто еще? А, все? Эй, меня-то подожди. Вы что, меня бросили, что ли? Эу, эу. Да, меня бросили. Но, тем не менее, у нас, да, корабля больше, вертолета больше тут нет. И теперь, наверное... Та огромная дверь откроется. Да-да-да. Все понятно. Но это было логично. Одно непонятно, почему они улетали на вертолете. Они, похоже, решили бросить свою команду на произвол судьбы. А команда, видимо, хотела им помешать, и поэтому мы их отгоняли. Если я все правильно понял. Так, давайте сохранимся и пойдем в тот ангар. Не нравятся мне такие большие помещения. Наверняка в них сейчас какая-то заруба будет. Так, вот вижу какой-то рычажок. И чё? Ладно, пойдемте сюда. Сохранимся. Что-то сегодня у меня паранойя. Я стараюсь почаще сохраняться. Что у нас? Блять. Вы что там творите-то? Он один, нет вообще. Кто там? Сейчас я тебя залью к херам. О! Ну-ка, давайте испробуем на тебе. Чувствую, я сейчас умру, похоже. Ну, просто надо попробовать эту пушку. Давай, 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 давай. Да смотрите, пилится, да, вроде? Ага, и вода кончилась. Блин, давай быстрее. Все, сдулся. Так, ладно. Что-то со здоровьем у меня. Все печально. Патроны к ППШ. Так, поправимся маленько. И что дальше? Тут что-то включить надо, чтобы погрелось, что ли? Да, хорошо. Водомет оказался довольно-таки неплохим оружием. Пусть с него даже в этого осталось пострелять маленько, чтобы он сдох. И патронов к нему до хрена.
Так, что за звуки? Блять, опять вы. Отойди от меня. Муха. Так, все, кажется. Блин, какие страшные эти монстры, насекомые. Прям очко сжимается. Так, возьмем сосулек. Вот у нас у водомета кончились патроны. Будем собирать, будем собирать. Таким образом, я думаю, мы сэкономим достаточно много патронов для всего остального. На тот случай, если реально замес какой-то пойдет. Так, ну и что я включил? Ага. Все понятно. У нас лестница опустилась. И это хорошо. Это радует. Так, и что я тут не могу двигаться? А, надо присесть было. Остановились они, и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данка. Ты, сказали они, ничтожный и вредный человек. Ну-ка. Ты повел нас и это ты А неплохо, да? Только, блин, не с такого расстояния, конечно. А. Да не та пушка, ёлки, меня сейчас убьют. Блин. Нет, конечно, что-то не особо с ней навоюешь. С этой водяной пушкой. Лучше будем пользоваться старым добрым огнестрелом. Так, надо вернуться назад и маленько восполнить тепло. А то что-то прям расстреляло меня, пока я тут экспериментировал по полной. Хорошо, тепло полно. Восполнили. И что мне дальше делать? Назад выходить из этого ангара, что ли? Хотя там еще одна лестница была. Но тем не менее. Так, что у тебя было, ППШ? ППШ мы возьмем. Ну, пока походим, пожалуй. Ну, бесполезная снайперская винтовка. Пока походим с СВТ. Так, еще сосули. А, ну понятно. Мы тут сверху были. Так, блин, опять ты. Ага, давай, уворачивайся. Блин, а. Бронебойные какие-то. Давайте рассмотрим поподробнее. Какие-то странные монстры, надо сказать. Так, ну что, ППШ у меня полно, будем ходить с ним теперь. Тихо, ага, тихое помещение. Все, готов. В узком коридоре ты никуда не денешься. Батя, когти. Прям чудище. Так, тут опять надо какой-то рычаг найти, дернуть, чтобы эти обогреватели стали, собственно, обогревать. Ну вот он, судя по всему.
Да-да-да. Давайте погреемся. Вообще очень похожа вот эта вот история про Данка, собственно, на историю данной команды, как она отвернулась от своего капитана, который хотел для них исключительно добра. Любил свой корабль, любил свою команду, но команда посчитала это за слабость. Так, подождите, что-то я пропускаю такие очевидные вещи. Патроны. Хорошо. Ой, блин, какое большое помещение. Что-то меня это не радует. Блин, тихо. Все, сдулся. А что-то тут холодит по-страшному. А вон оттуда идет, да? Холод. Ладно. Так. Стали туда погреться. Блин. Блин, да что ж такое? Убивает по-страшному. Зачем я эту пушку опять взял? Все, мне охота с ней побегать. Давайте по-новому все по-быстрому сделаем. Уже довольно сложно пошло, надо сказать. Буду честен. Пошло сложновато. Так, как же мне того убить? Хотя надо просто, по-моему, прятаться за углом и ждать момента. Вот так вот, допустим. Отлично. Маленько отогрелись, сохранились, перезарядились и пошли дальше. Отключено. Стало не так холодно. Так, а что, мне только сюда остается идти? Или нет? Сюда тоже не идет. Куда же идти? А! Теперь я там, наверное, пройду, да? Ладно. Вот опять-таки. Ну, не такой уж ты и страшный. Главное не подпускать тебя поближе, иначе можешь порвать. Так, ладно. Идем дальше. О! Вот тебя только не хватало. Вот пулеметчик. В таком месте это опасно. Блин, еще. Ладно, и тебя запилили. Так, ты только не вылезай сейчас. Сосульки мешаются. Патроны к ППШ. И смотрим, что у нас здесь. Здесь где-то должен быть пулеметчик, насколько я понимаю. Так что, блин, что-то у меня сегодня сохраняться тянет. Ну ладно, на этом мы завершим эту часть. Что там, есть ли пулеметчик, что вообще происходит, узнаем в следующей. Пока.